Бум, бум, бум. Вот. А и... если на голову упадет? Ну, будет больно. Видишь, сегодня у них плов. Ну, Саша. Ты тостующий, я тостуемый. Да. Ну все, в общем-то я успел, и я даже успел навести здесь, ну, такой порядок. О, Андрей, ты где? Андрей, ты тут? Да, да. Да. Не, я вот иду, я тут, а вот ворота. Все, да. Давай, давай, Андрей. Ой, закрывается, я успеваю. Сегодня Андрей у меня в гостях. С Витязева за полчаса доехал. Да, вот. А я за полчаса сготовил обед. А я вот с такой маской ехал. Да, я тоже в ней езжу. Так, ну все, Андрей, проходи, разувайся, проходи. Андрей, я вот хочу тебе рассказать стихотворение Геннадия Шпаликова. Очень хороший поэт. Друзей теряют только раз. И след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. О. Весь мир дном перевернем. И праздник для него устроим. Да, так, а ты что, ТикТок? Нет. Я для ТикТока могу еще раз повторить. Ну вот, стол накрыт. Так, конечно, ну, достаточно скромно, но, думаю, я старался. Это великолепно. Да. И сейчас мы сделаем фотосессию. Ну, мы так сделаем сейчас, селфи. В общем, Андрей, то, что я, чем я тебя хочу угостить, вот этот напиток, вот. А это что? Это хурьма. Это, да. Так, это мне подарил армянский поэт Ашот Саарян. Вот, я был у него на юбилее. Надеюсь, не в Армении. Нет, здесь был юбилей, он здесь живет, и он вообще русский поэт. Русский, анапский, кубанский поэт. И пишет на русском. Пишет на русском, да. Да, я как-нибудь тебя с ним познакомлю. У тебя все впереди. Ты сейчас вживаешься, адаптируешься. Вот. И я ему как-то делал ролик, ну, юбилейный. Вот. И. Он говорит, Саша, сколько тебе заплатить? Я говорю, да не надо, говорю, ты что, мы с тобой приятели, поэты. Я говорю, не надо ничего. Вот. Потом, когда было застолье, вот, он опять говорит, Саша, ну вот что тебе, вот, ну что тебе, вот, как тебя отблагодарить? Я говорю, слушай, у тебя есть коньяк армянский здесь свой? Он говорит, нет, говорит, армянского коньяка нету. Но есть, говорит, два напитка. И он мне, значит, приносит две бутылки. Один домашний коньяк, но я его уже пробовал, он мне, так сказать, он сильно крепкий. И бутылка чачи. Я чачу вообще никогда не пью, и вот, она, ну, это домашняя чача. Если настоящая, то... Армянская, потому что вот она разная бывает, Андрей, и, ну, где-то, может быть, она хуже качеством, где-то лучше. Но этот человек делал как бы для себя, вот, поэтому давай ее сейчас дегустируем. Да, наверное, не хуже той, которую Сталин подарил Черчиллю. Ага, я эту историю помню, ты мне... Ну, я вот помаленечку, потому что да, напиток да. Такой новый, вот, для меня. Закусывать я не знаю чем, ну вот огурец есть. Да нормально, ставить чачу не обязательно, давай. Можно запивать. Ну ты-то здесь пробовал чачу местную? Конечно. Давай, вот попробуй вот армянскую чачу. Потому что я не знаю, чачу. Ну давай, говори тост.
Ну, Саша. Ты тастующий, я тастуемый. Да. Ну, хорошо, что мы встретились. Вот у Саши было день рождения, ну, понедельник. И вот это. Я, кстати, родился в понедельник. Да, вот, тем более совпадение. И очень непростая неделя была, я не знаю, как для Саши, наверное, для всех, ну и для меня тоже в том числе. Особенно последние два дня. Ну вот, я хочу, и все-таки мы встретились, случайно, не случайно, да. Ну, здесь-то мы не случайно встретились, да. А, конечно, познакомились мы, но об этом другой разговор. Да. Ну, давай. Как интересно, она пьется, и знаешь, она пьется. А я тебе скажу. Я что-то такое пью, я, но Андрей, хуже. Я не единожды здесь... Здравствуйте. Привет. Накладывай себе салат. Я не единожды здесь дегустировал самогон казачий. А-а-а. Вот. И, ну, я так понимаю, чача — это тот же самогон? Ну, из виноградного только. Да. Ну... Да, это самосвал. Да, так, да. Я... Поэтому вот я бы сказал, что это вот хороший такой качественный самогон. Да. Правда, бесцветный. Обычно самогон казаки там чем-то там сдабривают, там грецким орехом, там кедровым орехом. Ну, это настой. Садись, дочек. Ну, все, мы теперь... Можно, конечно. Сейчас я тебе отрежу. За ней очередь стояла, показывали, вот я однажды в интернете нашел, после войны в Италии за ней стояло очень много народа. Да. Как на соль? Нормальный. Бери зеленушку. Да. Можно его в зуб покрошить. Это даже... Это петрушка. А, это петрушка, которую хотели запретить. Так, ну давай. Она, кстати, может быть, знаешь, как действовать? Сначала пьешь, вроде бы вообще ничего не происходит. Но через некоторое время... Мне рассказывали про такие вина. Да, вдруг ты ощущаешь, что что-то с тобой происходит не то. Это понятно. Да, мы переработали. Да. Ну давай, Андрей, теперь выпьем за тебя. Да, и за близких. Да, и за близких. Потому что вот мы всегда с тостами пьем. Вот я рад, что ты приехал. Я даже скажу, что ты сейчас стал более такой, ну, каким я тебя всегда знал, веселым, энергичным. Вот, поэтому таким оставайся всегда. С утра я был не в себе. Ну, это, ты что-то не такой. Я говорю, давай. Мне надо отдохнуть. Это надо же. Там сжигание мусора на полигоне, я говорю, а что? А я за ним приезжать. Ну как, расскажи, вот как ты, какие ощущения? Что-то похожее я пил очень давно в Чите. Пробовал. Меня угостили тоже. Ну, отличается, да, от всего. Отличается от водки, отличается да. от... Это крепче, вот, чем ту, которую вот там есть ночной магазин, и они продают ее. И то же самое продают. Ну вот, да. Дело дошло до чая. Сидим, общаемся, разговариваем. Я говорю, как хорошо, вот, что... Приехал Андрей, потому что у нас очень много общего, и детство можно вспомнить, и ну, не столько детство, сколько там юношество, службу. Это очень большой такой отрезок жизни, который мы провели вместе, да? Да. Вот. И на отдых мы ездили с Андреем вместе. На озеро Долгое, помнишь? Mm-hmm. Да. И вот теперь мы опять вместе.
можем вспоминать годы нашей службы, наших начальников. У нас общие начальники. Деревня Рыбаки. Там, ну, да, там, да, это да, в Москве. Да. А наши начальники, вот ты сегодня говорил, там Амаев, да, Тихенко, Джупина, это все вот нас объединяло. Митупов. И, да, Митупов. Вот, здорово, здорово, что мы теперь вот вместе имеем возможность общаться здесь уже, в Анапе. Вот. И когда-нибудь, я думаю, мы встретимся с Толиком. Да. Он тоже хотел встретиться. Да, ну это, я думаю, доживем хотя бы до следующего года, до весны. Может, мы даже к нему съездим, почему бы нет. Да. Вот, а может быть, он приедет, но мы увидимся, и, конечно, это будет тоже здорово. Ну, это, конечно, сезон, нужна погода, вот завтра обещали дождь, они каждый день обещают, а дождя нет. Да, не, вот в Анапе хорошо, часто синоптики ошибаются, потому что, видимо, морской вот этот климат, он очень такой подвижный, поэтому вроде бы как дождем запахло, а потом раз, и тучи куда-то делись, и солнышко выглянуло. Вот. Ну, Андрей, и поскольку мы вот сейчас сидим, пьем чай, и рубрика у нас «Привет, Андрей», и она рассказывает о том, как ты здесь адаптировался. Ну, вот уже прошло больше месяца, уже полтора месяца, да, с того момента, как ты приехал в Анапу. Ну, как вот сейчас у тебя вообще ощущения? Ну, настроение. Время постепенно сдвигается, да, вот, вот, например, раньше я где-то в 5 уже, мне охота было где-то лечь в 5-6, угу. Ну, сейчас я уже бодрствую, так сказать, до 7 до 8, ну, вот, сегодня выспался, ну, в принципе-то, да. Работа как? Нравится? Да, работа непростая, но у нас было сложнее, но с другой стороны, интересно. Что-то познаешь, что-то новое, что-то относишься с юмором ко всему, когда не делаешь. Андрей, ты всегда по жизни относился ко всему с юмором. Главное, спокойно надо относиться. Как у нас на нашей службе изречение Петра Первого. Тюрьма – ремесло окаянное, и для скорбного дела сего нужны люди твердые, добрые, веселые. Вот, вот, да. Ну, веселишься, да, поэтому улыбаешься чаще. Да. Что-то скажут, ну ты свое делаешь, кто-то начинает, потом извинит. Я говорю, да, я ко всему спокойно, потому что я уже всего навиделся, главное, чтобы все нормально, спокойно было. Но сейчас постепенно вот, и телефонами, тому позвонишь, тому, mm-hmm. которые давно работали, что делать? А то делай так, 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 ну и нормально. Вот. Главное не суетиться, суета не к добру. Вот так, вот такой совет от Андрея. Да. Не суетись. Пойдем. Вот Андрей мне подарил брюки. Да. К дню рождения. Да. На, вот так вот держи камеру. Столько лет. Там смотри. Не было дня рождения. Да, нормально? Ага. Нормально. А чё? Нормально, молодец. О. Ну да. Да и главное, наверное, не броско, но. Да, я правда черное давно не носил, но. Тут на юге, Андрей, как-то больше хочется вот желтенького, оранжевого, ну, зеленого. Да, 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 согласен. Так что ты тоже должен потом что-то быть в какой-нибудь красной такой майке. Я тебя вижу в красной майке. Хорошо, у меня пока оранжевая там майка есть, синие эти, и что-то светленькое. Вот, Андрей, вот так вот. Правда, после еды говорят, нельзя, но... Нет, после еды сильно нельзя, но в принципе, даже если ты поужинал, ну по идее спать нельзя. Даже китайцы, они сначала какую-то гимнастику делают. Ага. Может, вот я уже два дня занимаюсь, и уже мышцы живота болят, пресса брюшного. Ну, я думаю, я добьюсь стройности.
Но думаю, я добьюсь стройности. Да. Надо вот что-то такое вот. Весной это моя. Мы с Андреем сейчас пошли. Вот виноград. Смотри, Андрей. Еще такой дикий. А там емкость, это остатки от винзавода Лазурный. Вот. А тут вот кошки. Смотри, целое царство кошек. Угу. Целое царство. Вон сколько у них еды. Всякой разной. Видишь, сегодня у них плов. Плов, ну в основном плов, да, сегодня у них в меню плов. Да, вот такой вот, кошкин. И вот мы входим с Андреем на рынок. Вот. Ну нет, еще все, вон торгуют, Я, у меня наличные тут. Есть наличные? Масло так дорогает. Вот, кстати. А почему тут это, вот это, вкусное масло? Фарш 100% хороший. Фарш. Андрей покупает фарш. А тут, Андрей, вот в этом доме Юра, мой брат, купил квартиру. Вот. За 3 миллиона. Ну, вкус 3 миллиона. Это двух или трех? Нет, одна, Андрей. Но она такой, по-моему, 50... 3 что ли квадрата. А, ну такая. 53, ну, и, да. И полностью с мебелью строится. Нет, да? нет. Ну там, там, есть? Там был кухонный гарнитур, да. И все. Ну, и больше ничего. Ну, соответственно, ванна, унитаз. Ну есть, конечно, да, вот, да. Вот то есть вот все, есть. Только вот там свое что-то они поставили, ну, и обжились, да. Понял. Андрей, вот обрати внимание, видишь, вот висят круглые вот эти вот там шары. Ну, да. А, ну видишь? Плоды. Фишеры. Ну, а, вот плоды. Плоды, вот они там. Да-да. Вот вот здесь вот на краю и там. Ну, какие-то маленькие, плохо вижу. Ну, размером, наверное, больше апельсина. А, вот теперь вижу. Да, это маклюры, Андрей. Вот. Они, ну, это такой плод Адамово яблоко как раз. И они, видишь, маклюра, она весной самая последняя зелень пускает. Но зато осенью, видишь, стоит. Еще зеленая. Вот. А маклюры эти, они скоро будут падать. Они вот, их видно. Вот, да, вот да, там, да, вон они, шарики, видно, да, их много. Их много. И там. А потом они будут валиться, знаешь, с таким этим. Треском. Не треском, а они тяжелые, как вот потом. Бум-бум-бум. Вот. А если на голову упадет. Ну будет больно. Ну вот, подошел к концу день, еще один день, который мы вот провели в общении, и Андрей сейчас уезжает, мы ждем автобус номер 128. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и всего вам доброго, Андрей, обрати внимание, да, счастливо, пока. А вот маклюры, да, ты их потом еще увидишь. Которые какие-то видел.